Всем хай, с вами я, Майн, и сегодня мы будем играть в игру Crossout. Да. Ой, так, что там дальше, как говорится? По планам, что у нас сегодня? Мы должны сыграть вот сейчас одну пробную игру, потому что я довольно-таки долго не играл. Далее, прокачаем машину всякими еще дополнительными запчастями, потому что, ну, хотя... Я сомневаюсь, что таковые запчасти будут. Ну, в принципе, я думаю, можно начинать. Если говорить серьезно, то Crossout — это моя давняя мечта в нее сыграть. И она сбылась, как только у меня появился компьютер. Потому что я раньше смотрел разных блогеров, всяких там дурачков, как я. И типа такой... Офигеть. Они рекламировали эту игру. Я такой, офигеть. Вот это какая крутая игра. Ну, и вот в результате моя мечта сбылась, и я могу спокойно позволить кабин... Чё? А, это темно у нас. О-о-о, прикольненько. Так. Люди... противник в пределах видимости. Я никого здесь не вижу. Ах ты ж скотина. Слышь ты, пук морковный, как чё ты себе позволяешь, а? Раз. Ты... Он мне пушку отстрелил. Ах ты ж скот. Ребят, спасайте, пушки нету. И колеса, ё-моё. А как так-то получилось? Минус один, не отрицаю. У меня пушки нет, вы это понимаете? Ноги в руки на базу. Слышь ты, пук морковный, а? Иди сюда. Может, я кого-нибудь замочу, если я на большой скорости врежусь в кого-нибудь? Я надеюсь... Ой, блин, это же наш. Извините. Так. Самоуничтожение. Типа... Нет, самоуничтожаться я не хочу. Я не понимаю, куда мы едем вообще. Абсолютно. Я просто еду за этим челом. Ах, вот скотина такая. Сейчас мы его это... Раз. Ё-моё. Да вы что творите? Ты зачем меня зажал? А вот сейчас плохо. А вот сейчас прям плохо. В смысле сопротивление бесполезно? Это что происходит? Так, я вон того беру на себя, ребят. Иди сюда, давай, 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 давай. Ах ты ж, блин. На! Давай, зажимай, зажимай. Ах ты ж, блин. Давай, 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 давай. Да ты посмотри на бедолагу, он говно за собой роняет. Давай, 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 добить. Опа. Победа была офигительно просто. Буся, ты что тут делаешь? Привет. Ко мне кошка моя пришла. Так. Давайте-ка в гараж заглянем. Чё мы можем добавить? Что у нас появилось новенького? Хотя, скорее всего, навряд ли что-то появилось. Но мне просто сбили пушку. Вот это меня прям жестко раздражать начало. Блин, у нас не хватает энергии, как я понял. А что если мы... Ты скотина. Что если мы сделаем это вот так? И сюда мы поставим ту пушку, потому что она скорострельная. А эта пушка... Вот, одна здесь, и вторую сюда, если она у нас имеется. Вот она, да. Так, стоп. Извини. Да ё-моё, ты как так делаешь-то, а? Ладно, пофиг. Уже что-то по мне так происходит неплохо. И мне кажется, это нужно покрасить. Стоп. Нет, это растворитель. Вот. Раз... Все, пушки у нас покрашены, можно отправляться дальше в бой, по мне так. Все.
тачка выглядит круче и дополнительная пушечка. Она, конечно, слабее, но она зато стреляет намного четче. Но сейчас будет месиво, я прям чувствую. Это первый так, разминочно, скажем так. Ну и кого вы там ждете, а? О. Заодно изучим... А, не, нифига, я играл на ней. Ну шо, погнали. Посмотрим, на что они способны. И теперь светло у нас. Ах, вон, скотина. Давай... Ты чё творишь? Давай, иди сюда. Это трактор, я только сейчас заметил. Ну, блин, мне ХП сносит тоже. На, минус колесо. Минус второе. Ты посмотри на бедолагу, он говно за собой роняет. Понимаете, о чем я? Оп. Ах ты ж, блин. Чё ты? Опа. А у меня колеса же нету, ё-моё. Получай. Аж с... Ах, с... у меня аж зубы вспотели. Давай, иди сюда. У него вообще... Мне надо пушку у него отбить, потому что... Так, подожди, подожди. Куда ты пошел? Нифига с ускорителями. Ноги в руки и на базу. Вы о чем вообще, а? Мы и так на базе. Ты что там делаешь, а? Черт поганый, а? Раз. Слышь, ты крендель, иди сюда. Не, ну блин, он с этими ускорителями, я тоже себе такие хочу, как бы. Он прям валит. У меня прям ХП, как бы. Ах ты, скотина, ты. Так, минус один, минус один. Но я теперь без двух колес. И я очень медленный. И я... Меня заносит. Так, стопы. Можно самоуничтожиться, но, блин, врагов много. Все, меня... Считайте, что меня убили. Да. Да. Да, да. Остался один, братан. Ну, братан, живи, живи. Живи. Сколько у тебя ХП? Братан, вали. Давай, 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 давай. Красавка. У него нету пушек. Давай. На. Не, братан, вали. У тебя 167 ХП. На базе есть, только на чужой. Давай, 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 давай. Ну его зажали, его про... А, о, выбрался, красава. Давай, давай, вали отсюда. У тебя у самого пушки нету. Ну, братан, ну тут все. Так, первый бой мы победили, второй мы проиграли. Угу. Ну, не вижу смысла дальше прокачивать как-то машину. Нам нужно просто идти. Ну, игроки сильные попались, что поделать. Ну, или у них некое преимущество было. Ну, погнали, чё. О, темно, темно, темно. Это классно, это классно. Я люблю, когда темно. Так. Предлагаю как-нибудь скрысить и напасть со спины. Вот это вот, я считаю, будет хорошей идеей. Кого ты там на запчасти разберешь, я не понял. Чё-то там они трындят. Во-во-во-во, я сойду со спины, короче. Вот такая вот у нас... О, братан, погнали, погнали. Мы с тиммейтом со спины зайдем. Раз. Опа, нас уже спалили. Нас уже спалили. Ладно. На, я минус колесо ему сделал. На, минус пушка. Так. На. Я ему просто это всякие запчасти откидываю. И прикол в том, что... Ах ты, скотина! У меня нет пушки! Ё-моё! Всё, ребят! Меня просто один замочил. Как так? Еще чуть-чуть ему просрали. Я вообще не отрицаю. Как так? Вообще... Называется... Ладно. Что я понял? Можно защищать базу и идти на таран.
крысить не надо. Что я понял. Мы сыграли уже 3 каточки с вами. Ладно, погнали дальше. Опа, вот эта карта уже новая. Вот эта карта уже новая. Так, пацаны, ждите меня. У меня вообще бронебойная техника, и я особо быстро ездить не могу. Раз. Ё-моё. Опасно. Ты ж выш... Да ты... А как тут проехать? А? Всё, я понял вас. На! Я ему пушку отстрелил. На нас прям жестко напали. Ё-моё, вот это месиво. Нас двое просто. Вы это понимаете? Нас двое. Ах ты ж, блин, ну чё ты такой жесткий? У тебя ж брони даже никакой нету. Минус один. Так, я одного убил. На! А, взорвался я. Понял. Я убил одного, и вообще это единственный человек, которого убили мы. Я. Мы. Что за дичь происходит, я не понимаю. А это что у него там крутится? Вы это тоже видите? О, красава, братан, красава, красава, красава. Давай, давай, давай. Кто у нас там еще остались? Форикси, давай, давай, давай. Вот это пушка, вот это пушечка. Ребят, мы с вами точно прокачаемся до такого уровня. А, кстати, ребят, мне кажется, мы победим. Как бы шансы равны, но... И, кстати, там захватывают базу противников. А, то есть нашу базу захватывают. Блин, давай быстрее. Ты что творишь? Базу защищайте. Нашу базу захватили. Блин. Жалко. Мы из этого, за вот эти игры победили один раз. За 4 игры. Как так? Ладно, давайте сейчас наша тактика. Я пойду захвачу базу врага. Нам нужно идти по правой стороне, получается, чтобы пройти более-менее незамеченным. Окей, будем в крысу, но нападать не будем. Погнали, короче, ребят. Задача захватить вражескую базу и самим не сдохнуть. Логично, да. Так, пока что никого не вижу. Так, мы с тиммейтом, короче, погнали тогда. Раз, два. Там уже стрельба какая-то имеется. Братан, ты разбирайся, я ихнюю базу захватывать пошел. Так, ребят. Наших выносят вообще. Ребят, я уже у них на базе. Так, ребят. Ё-моё, ребята, мы должны успеть, мы должны успеть. Чёрт. Вот это месиво. Меня мочат вообще, ребята. Помогайте. Минус кто-то, не знаю, кто это. Давай, давай, захватываем базу, захватывай. Ребята, помогите! Меня вынесли. Я был последним. Блин. Это жестко, ребят, это жестко. Серьезно говорю, это прям вообще. Ладно, давайте посмотрим, что мы можем добавить нашей машине. По факту, ничего нового у нас не появилось. Хотя появилась еще одна пушечка, но у нас не хватает зарядов. Ладно, тогда давайте как-нибудь защиту улучшим. Так. А так? А почему?
Ошибка крепления какая-то. Хотя это потом еще и приваривать надо. Ладно, ладно, ладно. Рама такая, мы ее ставили, как бы. Че бы тут еще? У нас особо так. Это что, тесак какой-то? Оу, май! У нас имеется некий лимит числа деталей. Так, подождите. Опа. Так, Буся, хватит там всякую дичь творить, а? Не мешай мне видос записывать. Ну вот, кстати, вот эта штука классная. У нас жалко, что... Опа. Лимит, опять лимит часа, это вы издеваетесь? Хорошо, хорошо, что мы можем убрать? Во. Вот это я понимаю. Тут у нас что происходит? Типа не защищено, хотите сказать? Ну, подождите. Выглядит классно. Ну, давайте, ребята, сыграем еще один раз. Давайте захватим базу. Нужно идти... Я буду идти по левой стороне. А, то есть по правой. Для нас это правая. Я сомневаюсь, что там кто-то пойдет. И мне кажется, я там не пройду. Так. По правой, да? По правой. Угу. Ребят, сорян, но вместе держаться не получится. Ё-моё, ты шо ты творишь? Вау, вот эта карта. По водичке это так реалистично смотрится. Братан, ты чё меня... Ну, он легче, у него даже колеса. У меня-то отгру... ах ты ж, блин. Ах ты ж... На... Меня все, ребят, меня все. Я стал. Да какой ноги в руки и на базу, вы чё? Вы как хотите, я. По мне кажется, стреляли только что. Идите, да я тут один справлюсь, идите мочите наших врагов, вы чё тут встали? Идите на защиту базы, вам же говорят, вы, ну, мы проиграли. Я вам говорил. Ох, ё-моё. Все, ребят, играем последний раз. В этот раз идем прям на таран. О, просто, ладно, есть игроки, которые захватывают базу, окей. Блин. Или будем защищать базу, как думаете? Давайте лучше защитим. Для последней каточки, я думаю, это будет уместно. Так. Карта вроде как... О, лесная и с грязью. Вроде как знакома. Так, нас 8 человек. Ну чё, погнали? Да, это с грязью, это с грязью. Так. А где... горит наш... вот этот, вот этот? А, вон он горит, понял. По грязи с дрифтом. На подходе, говорите? Окей. Ребята, идите захватывайте тогда, а я... Пацаны, защищайте меня, пожалуйста, пожалуйста, защищайте. Так, минус один. Все, все, все. Так, ребят, ребят. Противников вообще мало. Противников вообще мало. Вау. Мы так вообще сейчас легко... А, у меня пушки повреждены.
Так, минус второй. Вот там наш горит. Без колес. Так, я защищаю базу. Осталось двое. Так, предлагаю перестать защищать базу, потому что я думаю... Я просто защищал базу, и мы победили. Это классно, ребята, это классно, да. А, ладно. Давайте что-нибудь последнее сделаем с машиночкой. Что мы можем тут сделать? Особо ничего, конечно же. Тут металлолома дофига. Это меня немножечко раздражает. Типа... Так, магазин. Ага, так, это тут реальные деньги. А как здесь продавать всякий хлам, а? И вообще, можно ли это делать? Стоп, так это же есть наш авиатор с вами. Не хватает одной единицы энергии. Окей. Вот. Я понимаю, получается какая-то шняга. Но все равно, вы посмотрите, ну это же прям тачка-тачка. Я понимаю, из-за вот этих... Ну, блин, у нас теперь эта штука, которая нас ускоряет, есть. Чё, да это хорошо. Вот, посмотрите, как эпично выглядит. Неплохо прокачались за этот ролик. Чё, будут новые? Так что все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если, конечно, вам понравился этот видос. И вообще, дайте мне понять, продолжать ли мне эту рубрику. Так что все, ребят, всем пока.